Произносишь монолог, ты сам герой. Вокруг страсти игра, поэзии и музыки высоты, и кажется, вот-вот минута славы. Ураган, овации, крики браво, а на деле в тебе летят подгнившие томаты, пятном позорным пачкая жабо. Нет, это не томатный сок стекает. Реальный мир вторгается в искусство, и кровь иллюзий брызжет и пятнает. И ты, герой, стоишь, дрожишь, молчишь, как в тыкве мышь с огарочком свечи. За занавесом выбирается Стас Дама и дергает принца за рукав. Стас Дама: бегите, ваше высочество, король вас ждет. Да, туфельку, туфельку. Принц: вот она. Стас Дама осторожней. Отлично, предъявите ее, государственного. Ха-ха. Да осторожней, не разбейте. Теперь все будущее королевство зависит от туфельки. Она единственный подлинный предмет в этом мире всеобщей иллюзии. Принц: что он решил? Стас Дама: ну, вы будете примерять туфельку каждой девушке на выданникам, она подойдет, та и будет признана. Ваша невеста: не пугайтесь, принц, ведь именно вы будете определять, подошла ли туфелька. Принц: я иду. Исчезает занавеса. Стас Дама остается на сцене одна. Эпилог. Стас Дама: хорошая многоготовочка получилась, правда? Не волнуйтесь, дорогие зрители, все закончится хорошо. Найдет он свою золушку. Тут недалеко. Ох уж эти мне мужчины. Вот эти вечно им надо все так усложнять, разводить строгий порядок и бюрократию. А ты подыгрывай, утирай носы и гладь по головке. Хорошо еще, что мы это точно знаем, чем должны заканчиваться сказки. Хотите крест? Будет вам крест. Ну уж сказки-то он не помешает. Да, вот что еще я хотел сказать, раз уж финальный монолог остается за мной. Милые женщины, если роль Золушки уже не по годам, а мачехой стать никак не удается, не печальтесь. У вас всегда есть в запасе роль доброй крестной. Ведь каждая из нас в душе фея. Распахивает занавес, за ним стоят все актеры, готовые к поклону. Финал.